В нашем полку прибыла. Сегодня в 59-й Чебоксарской школе открылась медиа-студия. Юные журналисты, операторы и режиссеры рвутся в бой. Ребята планируют снимать сюжеты о школьной жизни, создавать радиопрограммы и даже фильмы. Все необходимое для этого уже есть. Тему продолжит Мария Шоклева. Мотор, начали. Хлопушка, камеры, осветительные приборы, микрофоны. Добавим горящие глаза школьников, энтузиазм учителей и получим медиа-студию «Новый взгляд». У детей, у школьников свой взгляд на то, что происходит вокруг них. И мы очень хотели этим проектом, открытием нашей школьной медиастудии, расширить их знания о том, что происходит в школе, в городе, чтобы дети получили возможность развиваться всесторонне, находясь в медиапространстве и занимаясь медиатворчеством. Медиа-студия в 59-й школе появилась благодаря победе в грантовом конкурсе «Топ-школа». Пока сюда принимают всех желающих. Созданы условия и для инклюзивного образования. У Никиты Трофимова свой канал на Ютубе. Мальчик может часами монтировать видео. И скажу, что это кропотливая работа. А где ты научился? Мне помог интернет в основном. Варвара числится в студии ведущей. 10 минут на грим, и девятиклассница готова работать в кадре. Рассказать, что главное в ее любимой профессии. Это уметь говорить с людьми, и быть всегда счастливым и помогать всем, наверное. Главное правило хорошего оператора – это уметь бегать и чтобы руки не тряслись. Теперь Катя, как и положено всем операторам, будет смотреть концерты через видоискатель. А еще снимать всех почетных гостей школы, которые сегодня восхищенно вздыхали. Да, в наше время такого не было. Взял бы интервью по 8 марта и у наших педагогов, наших учителей, и, конечно же, поздравил их с наступающим 8 марта. Те творческие проекты, которые бы здесь реализовывались, я бы очень хотел, чтобы они были наполнены светом, наполнены радостью. Телевизионный мир хранит в себе множество секретов. Ну, например, хотите сделать картинку объемной? Добавьте особый рисующий свет. Хотите показать человека важным и значимым? Опустите камеру вниз. Национальное телевидение Чувашии готово делиться этими секретами с юными коллегами и даже предоставлять эфир для их материалов. Мария Шоклева, Андрей Шоклев, Республика.